На закуску было только полбатона таврического и намазка. Вот, и мы решили, блин, а что мне заработать? Говорю, я хочу наладить поставки. Я, наверное, побил рекорд мира по скорости познавания информации о кофейной индустрии. Привет всем жителям канала Антикоуч, с вами я, Вахильчук Влад, и сегодня мы поговорим о кофе, это первое, о втором, как открыть кофейный бизнес, и мы сегодня в Запорожье, в Edison Space, и мы сегодня обязательно побываем на производстве тех самых велобайков, о которых так много сейчас говорят за границей. Алексей, рассказывай, 11 лет, почему стартовал в своем бизнесе, а не дальше сидишь в университете и ждешь, пока получишь диплом? Смотрите, все началось полтора года назад, да, мы с другом очень бурно гуляли вечером, вот, и у нас на закуску было только полбатона таврического и намазка крабовая, вот. Нам это очень сильно надоело, потому что, в принципе, не один раз было, не два, это мы уже так проживали это на протяжении года, полугода, ну, то бишь, начало университета, в принципе. Да, и 8 марта тут было на носу, вот, и мы решили, блин, а что мне заработать? Потому что, действительно, 8 марта, начиная вот, там, с 80-летнего, от 80-летнего дедушки, заканчивая 5-летним сыном, который отец вручит букет для мамы, да, или для сестры, все покупают цветы, абсолютно все, да, и, а до этого еще был период, когда покупали цветы на работу, то бишь, это было такие две большие волны. Но мы так прикинули, подумали, что точно мы можем на этом неплохо заработать, поехали, да, теплица, вот, точно, вот, там выращивали тюльпаны, мы закупили партию тюльпанов и, собственно, начинали продать цветы на 8 марта, ну, это такой был первый такой полубизнес, которым мы немножко заработали лучше в свою жизнь. Деньги были на хлеб и на маску. Откуда у тебя деньги на цветы взяли? Занял у родителей 500 гривен с моей стороны были вложения, 500 гривен с другой стороны были вложения. Да. Ну, знаете, это всегда, все всегда первые, когда вообще нет денег, занимают. Например, Фил Найт, когда Nike открывал, он же занял 500 баксов, чтобы открыть этот какой-то фургончик, да, что продавал. Ну да, не зря занял. Вот то же самое я занял у родителей, у отца 500 гривен, купили все это, продали, да, 500 гривен вернул и еще чистую прибыль себе, в принципе, забрал. Окей, поэтому все. Я понял, что ты типа силен и можешь сделать свой бизнес. Ну, частично. На самом деле, после этого, как я люблю выражаться, я подсел на иглу предпринимательства, когда ты уже, в принципе, не можешь думать, как и раньше, да, ты уже хочешь рисковать, хочешь вкладываться, хочешь нервничать, а потом самое приятное, да, когда это, в принципе, тебе возвращается с двойной, тройной, там, прибылью. Потом была работа в Edison Space, где мы, собственно, сейчас находимся, да. Тогда это только было там два человека, это Юлия Шаповала, Никита Щербина, они основатели, собственно, вот. И я как губка за 4 месяца впитал вообще все знания, которые они вдвоем знали вместе взятые, вот. И это было прекрасно, на самом деле, время. Они организовали тренинги, я всегда им помогал, со всеми общался, нетворкинг, наверное, какой-то свой первый набивал и так далее. Потом кинотеатр «Летний» был, опять же, с тем же другом. Это кинотеатр «Под открытым небом», где мы хотели, чтобы люди сидели, кушали бургеры, естественно, наши. Ну, такое, частично, вот. И, собственно, и смотрели фильмы. Билет стоил 30 гривен, а проходило в дворике еврейского центра. Билеты очень дешево стоили, поэтому мы думали, что это зайдет. Это, в принципе, зашло. Вот, где-то до августа мы проработали, потом поток потихонечку начинал падать. Причина была в том, что мы не лицензионные фильмы, конечно же, крутили. Откуда нам было подкупаться? Как откуда? Вот, мы крутили просто какие-то топовые фильмы прошлых годов. Вот, и сначала это было что-то новинку для Запорожья, потом все меньше, меньше, меньше людей. Но опыт был, конечно, на самом деле колоссальный. Вот. Алексей, попробовал две ниши. Цветы, фильмы. Как тебя угораздило дальше попасть еще и в третью, я так понимаю? Третья, ну, да. Еще что-то было? Ну да, грубо говоря, третья, вот, хотя это такая ниша, там очень много ниш, которые соединены в велокофейне. Просто до этого, как угораздило, поняли, что цветочный бизнес не рентабельный, потому что если мы не выходим на какой-то уровень, то цветы тупо пропадают. Это летние, понятное дело, сезонность, понятно, чем все закончилось. Вот. Как угораздило, я вот как раз в Edison Space, когда работал, познакомился с предпринимателем Виталием Ивахом. Вот. И я с ним познакомился, естественно, очень его поджидал там на стояночке 40 минут, когда он опаздывал на тренинг по тайм-менеджменту на 40 минут. Вот. Но тем не менее, подождал, пообщался, он меня запомнил. Я вообще сам еврей, съездил в Израиль, купил там палочку кофе, а я кофе вообще не пил, вообще. Но тот кофе мне понравился. Я знал единственного человека в городе, который занимался кофе, это Ивахов. Вот я приехал и захотел продать ему этот кофе, наладить поставку с Израиля. Да. Вот. Идея на самом деле полностью сумасшедшая, я сейчас понимаю, у человека, который своя фабрика, вот сам обжаривает кофе, доставить уже молотый, упакованный кофе с Израиля, это был полный
полный абсурд. Вот, но тем не менее, он выслушал меня, потом я с работниками общались, потому что там все в одном здании находится, в этом зале, они говорили, они в полном шоке сидели. Потому что предприниматель 50-летний, очень известный, слушает какого-то студента, который хочет ему втюхать пачку израильского кофе. Да, как сейчас помню. Я распечатал... Давай, может, куплю. Да, кстати, частично осталось. Я принес еще девушке своей, она так и не выпила. Нет, специфички просто, с кардамоном. Вот. Да, помню, я распечатал на обычном А4 прайс-лист, вот, и пришел и говорил, почему он вкусный, почему он с кардамоном сразу идет, да, не надо добавлять, там, грубо говоря, с баночки, как это мы сейчас сделаем, что это все равно очень дешево, хотя я на самом деле даже не изучал прайс-лист Ислы, на удивление, вот. Ну, это было просто на таком, знаете, подрыве такой, бам, и захотел. Я всегда удивляюсь этим человеку, он еще дальше пошел. Он сказал, не просто нам это не интересно, он говорит, знаешь, уникальность этой суперфабрики в том, что они добиваются в пачке микродозирования. Что это значит? На 10 грамм кофе они добиваются 1 грамма кардамона. Не просто, чтобы в пачке кофе 100 граммовка, вот тут был, да, кардамон в углу, а вот там не было, а ровненько на 10 грамм распределяют. Он говорит, узнай, пожалуйста, как они микродозирование распределяют. Я начал выписывать фабрики, говорю, я хочу наладить поставки, вот, завязался разговор, диалог, он длился около месяца, вот, в конце я спросил, как вы добиваетесь микродозирования, они ответили, это наш секрет, но я не остановился, я пошел дальше, я через знакомых вышел на эту фабрику, отправил туда человека, вот, он у них купил несколько пачек, купил несколько пачек кофе, но все равно они не ответили на этот вопрос, как они добывают микродозирование, потому что секрет, я так понимаю, фирмы. Но вообще, идейка была интересная. Как же они добиваются микродозирования? Вот, не получилось, я все. Да, потом как раз вот произошел момент кинтерлетнего, вот, потом, собственно, мне сам Ивахов позвонил и предложил, не хочешь велокофейнями заняться? Ну, грубо говоря, не хочешь, там у меня есть идейка, ты очень активный чувак, все очень легко, как бы, интересно, и я как бы сразу даже не думая ответил «да». Потому что... Ну да. Вот. И все, и так все закрутилось. Я приехал на встречу. Конечно же, я не опаздывал 20 минут раньше. Конечно же, я вахал опаздывал. Подготовка у тебя прям масштабная. Да, супер масштаб. Я всегда говорю, что я, наверное, побил рекорд мира по скорости познавания информации о кофейной индустрии. Я прочитал там 4 книги, три книги, вот, и статьи, всю Википедию, кстати. Просто не просто статью Википедию, а со всеми активными ссылками. То бишь, это, не знаю, блин, очень много статей, короче. Вот. И да, я уже что-то знал, что-то ехал. Хотя это, конечно же, это ничего не пригодилось, естественно. Вот, но тем не менее, да, я так познал очень быстро все, очень-очень быстро. Ты стартовал, все, вы договорились, ты стартовал. Что тебе нужно было для старта? Что тебе сказали? Тебе для старта нужны были мозги, тебе для старта нужен был навык или просто энергия и все, дальше давай делай сам. Наверное, это была энергия, вот. Была очень крутая идея, вот. Надо было реализовать, надо найти было человека очень активного, очень энергичного, с мозгами, очень предприимчивого. Я по всем этим критериям, да, прошел по этим всем критериям, вот, и с полного нуля, с биологическим образованием занял. Сначала я мониторил всех конконкурентов, с ними всеми связывался, позаставлял повысылать чертежи, хотя они их на самом деле, ну, как бы не надо их заставлять, они сами быстро высылают. Все я поизучал и так далее и тому подобное, и в итоге, да, вот мы соорудили первую нашу велокофейню. Там, конечно, тоже уникальная была история, мы 3 месяца ее строили, сейчас мы за 2 недели делаем, мы уже скоро и быстрее начнем делать. Вот, а тогда 3 месяца был такой один очень интересный инженер у нас в компании, вот, который говорил, что я не могу тебе дать точные сроки изготовления этого штуки, это творческий процесс, ты не понимаешь этого. Инженер-дизайнер, вот, да, вот, вот примерно вот так, 3 месяца строили, да, мне тогда чуть не контузило, если честно. Ты сейчас считаешь, что ты выбрал самую крутую нишу или просто выбрал ее, потому что увидел перспективу, или за то, что тебе просто сказал очень уважаемый тобой человек? Да, наверное, все вместе. Как я говорю о Виталии Валерьевиче, когда он что-то рассказывает, тебе хоть чуть-чуть интересно на 1 микропроцент, ты не можешь не войти в эту индустрию или что-то купить. Второе, конечно же, перспективно было, да, потому что у меня такой вакуум образовался. Цветы закончились, кинары закончились, Distance Space я перерос. Надо было чем заниматься. И вот я в этом вакууме буквально, слава богу, недельку где-то просидел. Вот, и вот как раз, да, перспективно, интерес, почему нет. И, конечно, ниша, она не просто на подъеме, она на архе вообще невероятно на подъеме. Вообще кофейный бизнес,
всегда на подъеме последние там 100 лет. Бывают там кризисы, но они больше связаны с поставками, нежели с потреблением. Да, конечно. Вот. И, соответственно, в Украине он особенно подъем. Потому что когда весь мир пил кофе, у нас было СССР, не пили кофе. И на данный момент, именно сегодня, Украина занимает первое место в приросте потребления кофе на человек. То бишь у нас не больше... В мире. То бишь у нас не больше всего пьют. Нам очень-очень далеко до лидирующих стран. Да, быстрее всего ускоряется потребление. То бишь, если мы сегодня никто не пьем кофе, то завтра уже Владислав пьет кофе, потом я, и потом уже все. А? Пью, раньше вообще не пил, так и есть, в принципе. Да, так и есть. Да. Вопрос такой сразу, смотри, по поводу кофе, но кофе же бывает разный. Ты говоришь, правда, неправда, не знаю, маркетинговый код, может быть, что у тебя реально уникальный, очень-очень хороший кофе, очень высокого уровня в своем сегменте. Как это реально проверить? Как можно вообще проверить качество кофе? Есть какой-то прибор, проверяющий качество кофе, или как ты это делаешь? Да, ну, да, как я и говорил, Исла самый вкусный кофе в ценовом сегменте 350-450 гривен за килограмм. Да, то бишь, понятное дело, когда человек приходит в магазин, у него есть четкая цена, которую он хочет купить продукт самый лучший. Он знает, что есть Мерс за 100 штук долларов, знает, что есть Запорож. Но абсолютно не интересует, ему хочется самое лучшее за десятку. И мы даем самое лучшее за 350-450 за килограмм. Теперь по поводу, как проверить вкус. Очень интересный вопрос. Конечно же, у каждого сугубо индивидуально. Но есть все-таки какие-то по статистике общие, да, стандарты. Когда человек пьет и чувствует приятное послевкусие. То бишь не горечь, после которой хочется запить воду, а какое-то такое деликатная кислинка или ореховая-шоколадная после потребления, назовем это так, да? После вкуса. Вот. Деликатная кислинка. Вот. И, соответственно, это одно, да, один из самых главных критериев. Второе, когда ты открываешь пачку, еще не пробуя кофе, он должен быть приятно пахнуть. Да, он не должен там пережаренным пахнуть или вот, знаете, как в рекламе, маслянистый такой кофе. Это очень-очень плохой кофе, пережаренный и, скорее всего, робуста. Вот. Он должен быть очень приятный, чтобы ты вот так вот пачечку себе выдавил и... Не захотел пускать. Ну, так я всегда так и делаю. Вот. Хорошо. Миф или реальность то, что говорят, что очень быстро, в принципе, окупаются вложения, вот особенно в велобайки, там за 3-4 месяца. Это реально, опять же, миф или маркетинговая фишка? Там миф, конечно. Да нет, это действительно реальность. Тут просто две вещи. Первое, сам кофе, накрутка на продукте, на кофе просто бешеная, да, на самом деле. Если, грубо говоря, мы наливаем кофе в карман человеку, там, где его собирают, он будет стоить, наверное, где-то цент. Вот, да, то бишь в ресторанах и... грубо говоря. Вот, поэтому первое, это невероятная накрутка именно на вот этом рынке. То бишь, когда, допустим, мучные изделия, там накрутка 20-30%. На кофе, ну вот... 500 до десятков тысяч процентов бывает накрутка, да, в разных заведениях. Вот. Не очень. Накрутка такая слабоваста. Да, десятки тысяч процентов. Вот. И, соответственно, второй момент, это действительно наша цена на велокофейне. То бишь, если ты хочешь открыть бизнес в самом крутом рынке, одной из самых крутых ниш, то ты можешь там кофейню открыть за 100 тысяч баксов. Это у нас Запорожье, в Киеве еще дороже. Какой-то ларечек, который уже на самом деле всем надоел, и все борются уже с маком. Дороже. Если вот, конечно, строй, да, то бишь, если в аренду брать, конечно, дешевле, но в аренду всегда рискуешь, что человек может продать от киоска, тебя на следующий день просто оттуда выгнать, вот, хотя ты уже... И твои клиенты останутся у кого-то, ну, киоск может остаться, же правильно? Ну, да, и, да, грубо говоря, так же. Вот, Таврию, которая уже, ну, точно незаконна, не совсем экологична и так далее, не будем там уже сильно ее обижать, да. И наш байк, который стоит полторушка, 1500-1700, у вас есть все, чтобы начать бизнес, да, начинают всех девайсов, там бак для воды, переноска, фартух, касса, органайзер, футбокс и так далее и тому подобное, заканчивая тем, что наша компания дает бесплатное оборудование, да, то бишь тебе, по сути, вообще ничего не надо особо делать, кроме как обучения пройти, которое мы также даем. Алексей, это бизнес под ключ или не под ключ? То есть там еще много всего нужно самому доделать? Не совсем. Смотрите, бизнес под ключ, я подразумеваю, что это когда заходишь в квартиру и... И да, и там уже, в принципе, все готово. Тут практически так же, только действительно надо потрудиться и обучиться, да, кофейному образованию. Надо потрудиться и составить свое меню. Да, мы даем примеры, на которых мы же работаем, но человек, скорее всего, что-то хочет свое внести, какую-то изюминку. Надо просчитать цены и себестоимость. Хотя мы тоже это, в принципе, даем, но адекватный предприниматель как бы пересчитает, естественно же, все. Вот. Да, бизнес-план. Мы это все даем, но это надо все...
просчитать под себя, надо все перепроверить и, да, и через саму через это пройти, потому что на готовом очень мало что получается. Это дело. То есть, да, конечно. Люди просто, ну, занялись бизнесом и все, а ты помимо того, что занялся бизнесом там, в велокофейне, ты взял сначала велокофейню свою и ее полностью убил, правильно? Да, да. Ты не заняла, и как у тебя это вообще получалось? Вот ты раньше не занимался велокофейнями, их не было, кофе не занимался бизнесом. Вот твои первые месяцы, первые шаги, что ты делал? Так, по очереди, все по очереди. Как, да, конечно, я в этом всем внутри побывал, не просто я продавал кофе, я на последнем вот том этапе затяжки по постройке велокофейни, я сам строил ее, то бишь, был момент, когда надо было пробить гвоздем, ну, такие микродырочки, чтобы, как бы, отметки были, куда буквы клеить, у нас такие объемные, прикольные, и наш крутой инженер сказал, давай, ты же хочешь побыстрее, может сделать, вот, я там попробивал кучу фанер, поиспортил, но, тем не менее, я сам даже строил ее, да, конечно, я продавал кофе в розницу, естественно, что я делал, да, в принципе, ничего такого сверхъестественного, это один из преимуществ этого бизнеса, на нем, скорее всего, будет работать хозяин, он себе больше может позволить по компетенции, он может вернуть чашку, уступить гривну 2, вследствие чего клиент еще очень много раз вернется. Был случай, когда мне моя мама привезла конфеты, мы 3 дня торговали в Наталоке, это литературный фестиваль, вот. Не, в Запорожье он у нас был. В казах-палате тут. И мне мама, чтобы я не был голодным, привезла конфеты. А я не хотел, мне не понравились конфеты. Вот. И я каждому ребенку продал мимо. Конфеты не понравились. Да. И я раздавал каждому ребенку, который проходил мимо. Что получилось, которые потом... Конфеты не понравились, вот. Да? Не, понравились. Вот им, они возвращались с родителями уже, они брали у меня по 2 чашки кофе. То бишь, даже волей-неволей, да, но это были такие интересные маркетинговые приемчики. Конфеты, бренды были внедрены, да, в семьи. Да, они были точно внедрены. Вот. Да, и завершая, в принципе, ответ на вопрос, как же получилось, что мы отбили велокофейню во вне сезон, хотя сейчас мы уже понимаем, что можно было и торговать на улице. Мы, а короче... Не сезон, скажем. Да, нет, его нет сезона, есть, в принципе, круглый год, когда можно, да, заработать на велокофейне. Если возвращаясь к, как мы отбили за 4 месяца, все очень просто, мы просто поняли, что мы должны мониторить все мероприятия, концерты, фестивали, ярмарки, конференции и так далее, и тому подобное в городе, вот, и мы сами писали людям, вам будет интересно, не будет интересно и так далее и тому подобное. И таким образом, это даже лучше, ну не лучше, это очень круто, когда ты приезжаешь на конференцию или на фестиваль, ты знаешь, что у тебя за один день проплачено уже 500 чашек, например. Вот. 500 чашек — это там 3-4 дня работы на улицах хороших. Поэтому, может, мы даже вышли и в те же суммы, что и на улице. Ну да, да, на самом деле, да, среднестатистически хороший день — это 100 чашек в день. То есть, если ты приезжаешь на конференцию, где 500 чашек уже проплачено, ты работаешь день, а выходит как 5 дней. Вот, поэтому вот так вот. Окей, ну и последний вопрос. Алексей, есть ли у тебя сейчас реальный вот такой вот чек-лист, как открыть свою кофейню? Ты это можешь человека обучить? Вот прям любого. У меня брат 12 лет. Да, да, конечно, это на самом деле не тяжело, у нас есть чек-лист расписан до самых главных вех и даже до мелочей, есть мини-анонс, если все сделать очень правильно, очень быстро и без задержек, за 10 дней, но вообще, в принципе, за 2 недели можно открыть кофейню, начиная от стадии заинтересованности, да, и заканчивая стадией вот уже продажи кофе в розницу. Супер. Спасибо за интервью. Я буду пить теперь больше кофе твоего и ездить на твоем байке. Окей, хорошо. Подписывайтесь на канал Антикоуч, свои вопросы пишите внизу в комментариях, вопросы Алексею тоже пишите там же, я их обязательно передам, а может быть сам Алексей ответит. Ставьте пальцы вверх, либо вниз, в зависимости от того, понравилось вам или не понравилось, открыли вы уже свою велокофейню или не открыли. Увидимся в новых видео на следующей неделе.